Всем привет, с вами Юра Кураж, мы продолжаем проходить Figment. И, как вы помните, в прошлый раз мы с вами запустили наш поезд мыслей, сразились с паучихой и вернулись в узловую механическую. Давайте посмотрим, что же там. Ну, судя по всему, ничего особенного, мы идем по следам нашего... нашего поезда. Ай, нет. Стоп, куда я здесь... Фраф-фраф-фраф. Сюда, да? Нам надо сюда было? Ха. Нет, кажется, сюда нам точно не надо было. Бывает. А как так получилось, что я не туда свернул? Ну да ладно. В общем-то, когда в игре есть пазлы и все такое, очень хорошо начинать эпизод с того, что невообразимо тупить. Это значит, что... В целом, эпизод должен получиться удачным. Хе-хе-хе. Так, попробуем наш этот диск как-то не про... какать. Так, а как-нибудь здесь мы сможем обойти, да? Не, нифига, мы здесь не сможем обойти с вами. В общем-то, придется этот диск и использовать. Может, мы его с собой сможем унести. Черт его знает. А, у нас их, кстати, даже два. Но все равно, хорошо быть хозяйственным. Особенно в такой игрушке, где никогда не знаешь, что она перед тобой за задачу поставит. Так. Так. Ну, здесь, к счастью, мы с вами довольно-таки легко и без приключений, кажется, выбираемся из локации. Хотя зверство заставлять нас все это заново пробегать. Просто зверство. Хм. Туда ли я прибежал? Вот главный вопрос. Ой, кажется, да. Или нет? Мы не туда опять вышли. Да что ж ты будешь делать? Смотрите, правую часть мы осмотрели, левую часть мы осматриваем сейчас. Как вернуться назад? Никак. Ладно. Эй-эй-эй-эй-эй. Дасти. Что ж вы делаете? Нам как-то надо внутри сориентироваться и попасть вслед за поездом. Блин, и птица это хоть бы слово сказала. Типа, чувак, ты уверен? Ты уверен, что нам туда, чувак? А нам с вами надо бежать по следам поезда. У нас в этот раз должна быть батарейка, да? Угу. Нет. Батарейки у нас, как и водится, нет. Есть оранжевая батарейка. Да что ж ты будешь делать? Голубые пазы. Слушайте, шикардос. Мы, кажется, совсем заблудились, и я не знаю, куда бежать. Ну, то есть, не то, что какой-то пазл, а просто я не знаю, на какой уровень нам надо. И как туда попасть. Ну, допустим. Допустим. Я, по крайней мере, помню, где мы с вами закончили. Ага. А вот здесь мы ничего не могли забыть? Кажется, нет. Ага. Здесь мы, по-моему, все завели, запустили и так далее. Что ж такое-то? Так, ладно. Ладно, ладно. Не падаем духом. Вот. Вот его поездатые рельсы. Уходят куда-то вверх. А, и вот он стоит. Соответственно, нам с вами надо пробежать к нему опять. Фу, хорошо, что я не побежал сразу обратно. Вжух. Так. Ну и, соответственно... А. Отсюда он приехал, сюда нам его надо запустить, видимо. Эхе. О. Аминь. Ура! Быть тяжелым иногда полезно.
Это что, в мой огород камень? Ага, приведите тяжкую мысль и ход. Спасибо. Подсказки висят очень долго. Будем стучать в дверь за это. Ага, поезд отправляется к станциям ряд сочинений и площадь чего? Все рейсы отправляются в соответствии с расписанием. Куда, куда, второй? А, ладно, прочитайте сами. А, площадь геометрии. Окей. Окей. Так, и мы видели, как только что поднялись шестеренки, я уже, ну, после того, как начал эпично тупить в начале, совершенно за себя не отвечаю. Ага. Но все, что можно стырить, стырю с собой. Окей. Хоть это хорошо. Пошли дальше. А дальше дорожка, смотрите-ка, совсем извилистая. Что это у нас? Ой. Сейчас проезжаю ряд сочинений. Спокойнее ты, кипящий горшок. Я тут карточный домик строю. Чего? Ну вот, опять ведроголовый не очень-то терпелив. Ха. Ну да, ну да. Ага, что вот это? Оно блестит. Оно как бы намекает. А, здесь, кстати, какие-то кнопочки, что ли, нет? А. А, вот оно что, не стоило ждать. А кто тут? Похоже, что никого нет дома. Ага. А, четыре паука разом, что это такое? Где же ты видано? Эй, нечестный бой. Ну, расфигачили. Ладно. Смогли. Оп, может нам еще не хватило. Отвык я что-то от драк в этой игре. Ой. Проклятый пар блокирует один из этих странных камней. Кто-нибудь есть? Парильщик Беннет, выпускаем пар для вашего удовольствия. Хм. Это, видимо, финское что-то было. Диском не закрыть. Ничего не видать. Ясно, понятно. Я надеюсь, там это... пауки снова не зареспавнятся. Потому что лучше бы это была разовая акция. На всякий случай смотрюсь отсюда побыстрее. Так, а здесь надо разом пробегать. Оп. Отлично. Как-то они делают чик прям вот... очень подозрительно и опасно. Ага. Это огромная штука. Дом механический орган. С ее помощью мы вдребезги разбили страх публичных включений, помнишь? Когда разум был в старших классах, да? Похоже, что машине не хватает пара. Ей не хватает пара. Так, а там что у нас? А там мы никуда не пройдем с вами. Здесь тупик. Здесь какие-то ручки. Помогут ли они нам? Ага. А вот синяя там есть. Вот это синяя, правильно? У нас с вами есть даже схемка чего-то. Я вот не совсем понимаю, чего. Раз, два, три. То есть типа зажать. Раз. А, пара нет. Черт. Ладно. И здесь ничего. И там ничего. И пара нет. И ничего нет. Хм. А, коробоньку мы можем потянуть. Эй! Блин. Тот момент, где я мог тупить еще, наверное, полчаса, скорее всего. Оп, о. Ништячок. Прошли. А, смотрите, какой-то там ключ. А, так, вот эту коробочку нам надо выставить. У нас прям есть варианты. Скорее всего, мы ее на эти весы выставим. Да? Оп. Так,
А вот эту коробку, соответственно, мы сейчас протянем на вторые весы. О, смотрите, какой там интересный ключ. Эк, экс. Здесь мы ее протолкаем, интересно? Да, пройдет. Ой, весы такие. Трррр. Ха, или до конца ее дотолкать. Нет, до конца не похоже, что нам поможет. А вот здесь, может быть, что-нибудь произойдет волшебное. Ага. Вот и все волшебство. Нам бы вот еще вот эту как-то протолкать туда ему. Хорошо. Ну, то есть, второй вариант — это закрыть вот этот проход. Соответственно, одну мы протолкали туда. Вот эту мы сейчас такие хоп, хоп, вытянули. Так, затолкнули один раз сюда, затолкнули ее туда, до упора. Эй, она не хочет. А, я, кажется, догадался. Эту штуку надо поставить на весы, а потом ту коробку, ну, точнее, ту коробку поставить тоже на весы, эту снять, протолкнуть, потом ту обратно отвести. А, вангую, что это как так происходит. Хитрая штука. Но, если это так. Но почему бы этому так не быть? Так. Эта штука встала. Эта фигня опустилась. А теперь вот эта штука. Эй. Слушайте, кажется, я начинаю потихоньку понимать смысл этих задачек. А мой мозг, как мозг Дасти, потихоньку оживает. Так, лады. Затолкали. Да. И теперь вот эту штуку. Ага, сможем ли мы ее туда в бок затолкать? Почему нет? В общем-то, да. А почему бы и нет? Так. Так. И вот так. Блин, вот такие пазлы мне по душе, потому что я их могу решить. Отлично. Открывашка для бутылок. Так. Что у нас там? Неразборчивое бормотание. Окей, ну... А! Ух ты! Cheers! Ура! Так, только нам надо как-то этот пар направить, раз, и нам надо как-то вернуться, два. Я так подозреваю, что нам теперь надо весь этот пазл, шмазл, обратно разобрать. Ну, или как минимум вот эту штуку вернуть на место, вернуть ее вот сюда. А, она не вернется просто так. Да что ж такое-то? Так. А как теперь? А как теперь? Скажите мне. Теперь нам надо снова же... Ну, вот сюда, типа, правильно? Теперь ее назад. О. А, вот, все. Здесь есть, к счастью, запас. Ну, вот обратный ход явно излишний, как мне кажется. То есть, если ты уже это один раз проделал, понятно, что ты как бы в этот пазл врубился и, ну, лишнюю работу, рутинную проделывать уже не хочется. То есть, идея хороша, а вот немножко эта штука подкачивает нас. Ну да ладно. Оп. А, да, я мог просто спуститься. Окей, я молчу. Я иногда лучше молчать. Лады. Ну ладно, в каком-то таком здесь состоянии оставим. Тут какая-то мысль, если и была, то она сама там тебя как-то умыслит. Шляпа. Я не постесняюсь снять шляпу. Я так подозреваю, что это не шляпа, а кэп. Ну, типа крышка. Ну, а-ля батл кэп. Просто кэп. Для краткости.
Ай-яй-яй-яй, ой, как я дерзко, резко. Хм, молодец. Эй! Ох ты! Ну что ж, тынч. Крышечка. Заткни трубу, здоровяк. Опыт. Ага. Так, окей. Я вижу, что здесь надо сыграть. Наверное. Типа зелененькая. Как это смотреть? Но одна и две. Допустим. Ой. Ладно, ничего страшного. Трубу-то мы заткнули, но нам надо как-то сверху провернуть трубу. Она не очень хочет поворачиваться. И в целом нам надо как-то сюда... Хорошо, синяя. А, блин. Оп. Оп. Вот. Ага. Ну что ж, вот он, наверное, запел. That's music to my ears. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Синюю сыграли. Молодцы. Пум-пум-пум. А теперь надо зеленую сыграть, правильно? So так вот, как тут все работает. Like похоже, одной песни недостаточно. Сыграй на бис, Дасти. Да, для этого нам надо подняться. А зеленая там была одна и две. Ой, стоп, красную я не видел. Я видел зеленую, не? А, вон, красная рядом же стоит, но мы ее не видим толком. Давайте сыграем зеленую. Я все забыл. Но если я не ошибаюсь, вот так. Так и вот так. Нет. А тогда вот так. You're not playing the right notes, Dusty. Вот так. Раз и... Да что ж ты будешь делать? Ладно, давайте я сбегаю. Хорошо, так и быть. Убедили. Они еще все развернуты, черт пойми как. Хотя я так подозреваю, что левый... А, тут, кстати, черненькие. Черненькие — это мой ориентир. Оп-оп-оп-оп-оп. Хм. Так. А, так. Смотрите. А, две, где две черненьких, потом две зажатые, а потом среди трех одна. Хорошо. Сразу видно, да, что музыкального образования у меня нет. Так, а две, где две среди черненьких. Ну, я, по-моему, так делал. И... Вот это? Нет. Раз, два... И вот это. Let's make the symbols match somehow. Ну, я все правильно делаю. Нет? Да хорош. Хорошо. You're not playing the right notes, Dusty. Да что ты будешь делать? Все, последний раз. Может вообще взять ручку и зарисовать. Хотя под рукой есть телефон. О, телефон. Как ты вовремя здесь? А то обычно ты звонишь во время того, когда я что-то записываю. А, конечно, варварский способ делать скриншоты. Но... Ум. Эхей. Отлично. Все. Теперь я король вечеринок. Эй-эй-эй. Эй-эй-эй. Вот. Шикардос. Так. Эй. Прошли. И действительно, слушайте, но с другой стороны, беда телефона в том, что я сделал фото, и тут же из головы все выпало. А там, кстати, какие-то символы, что-то, что-то это значит вообще, не? Вот именно там-то.
Ничего не понимаю. Ладно, давайте посмотрим. Так, фоточка. А, две черных клавиши. Потом раз, два и потом три. Хе-хей! Молодчина я. А вот мы продвигаемся, но еще не все. Продолжай в том же духе, Дасти. А тут мы видим вот эту штуку, но на ней не видно, что изображено. Ага. Ага. О. Топчик. А. Ура! Быть тяжелым иногда полезно. Опять. Ой. А. Я, кажется, понял идею этого пазла. Нам надо эту штуку пройти так, чтобы загорелись все. И при этом на желтый наступать нельзя. Пол — это лава. Ха-ха. Да. Да. Наконец-то. Похоже, разуму слишком понравилось нажимать на кнопку. Так, а здесь нам надо... А, все, я-то... Черт. Так. Ага. С другой стороны, теперь я иду вот так. Так. Опять тупик. Беда. А куда я еще могу пойти? А, вот так, допустим. Ха. Да? Ай-яй-яй. А. Ха. Вот так вот. Ну, тоже считается. Угу. А здесь тын. Слушай, ну если мы можем включать-выключать, когда захотим, это слишком легко. Ух ты. Эй, что ж, теперь мы видим еще один камень. Знаете что, мы не только его видим, но я его опять сфоткаю. Потому что память подводит меня регулярно сегодня. О, спасибо тебе. Он нам немножко набрызгал экспы. Если можно так сказать. Шикардос. Что ж. А вот и красная. Кстати, интересно, как по этим символам можно было понять, что нам надо играть? Или нет? Если есть товарищи музыканты, отзовитесь. Очень интересно. Итак, где фоточка-то? Эй, вот она. Так, раз, два, три. Хе-хей. Такое ощущение, что мелодия одна и та же. Ага. А экспы насыпать? Отлично, логика тоже может создавать музыку и открывать новые пути. Ну, окей. И вот он наш. Вы знаете, сколько мне пришлось ждать? Ну, по крайней мере, теперь я могу закончить свой карточный домик. Пинаем его. О, нет! Следующая остановка — площадь геометрии. Нам, наверное, туда? А вниз куда дорожка ведет? А. О! Еще один пазл за воспоминания. А давайте его решим. Ну, на самом деле сложно, наверное, не будет, потому что мы теперь научились читерить. Да, с читерством слишком просто все.
Хоть и есть определенный лишний гемор. Ай, зачем я назад вернулся? Оп. Хе-хей. Давайте посмотрим. Что тут у нас? Что ж, теперь мы вдвоем с тобой остались, братец. За маму тот. Окей. Ну, оставим все в детском чистом виде. Хорошо. Давайте отправляться на площадь геометрии, но думаю, что посмотрим мы это уже в следующем эпизоде. А пока что спасибо Андрею Фиолетову, спасибо Максиму Ваваеву, которые продолжают поддерживать наш канал. Ну и, конечно же, огромное спасибо всем вам, что вы смотрите эти прохождения. Без вас, конечно, было бы не так весело. А вот, я думаю, через неделю мы с вами пройдем еще площадь геометрии. Осталось, на самом деле, не так много эпизодов, и фигмент у нас плавно закончится. А пока на этом все. Всем счастливо, удачи. Пока-пока. До встречи через неделю, получается, да? Неделю.